посвящается односельчанам, не вернувшимся с войны. Это станица Анапская. Из любопытства ездили, смотрели. С участником трудового фронта и детям войны стоит небольшой, как бы, типа обелиск. А вот парк Победы 70-летия. А там будет строиться, вот за забором будет построен храм Вознесения Господня, там написано. Смотри, станица, но она оказалось, что она практически в черте города Анапы. То есть мы ехали на автобусе. Я думаю, какое-то будет промежье, что ли, между городом. Что здесь будем ехать там или перелезть, или степь, или что там. А тут, считай, по городу ехали, раз, вы станица Анапская.